Сейчас нахожусь рядом с трамвайной остановкой Султан Ахмед. Вот рядом с этой остановкой все главные достопримечательности, как тут голубая мечеть, сзади аппаратов, тут чуть ниже Софийский собор, рядом с Софийским собором дворец Стоп-Капы, рядом с этим подземное водохранилище. Все, то, что самое важное здесь. Может быть, ваш отель здесь, так-то отсюда, если куда-то ехать, или сюда переехать на трамвай или на общественном транспорте, вам надо обязательно приобрести Istanbul Card. Вот эта аппаратура рядом с остановкой, билет Matic называется. И тут, как подходишь, написано Bir Geç, то есть один раз пользованный билет, 5 лир стоит. Istanbul Card загрузит, это уже дополнительно загрузит. Это на эту кнопку. А само собой купит Istanbul Card, то, что нам нужно первый раз, 6 лир стоит. На эту кнопку нажимаю. Вот сейчас нажимаю на Istanbul Card, который 6 лир. Вот говорит, можете купить Istanbul Card. Да, я хочу. Что я должен сделать? Сюда, видите, вот дырка. Положил 20 лир. Вот тут написано, вы положили 20 лир. И он принял. Сейчас жду. Вот тут онай написано. Онай значит окей. Нажал окей. Вот говорит, карточку можете забрать с нижней части. Сейчас попадет. Вот карточка попала. Вот Istanbul Card. У меня в руках. Но я купил карточку, но что в этой карточке? Я, допустим, я пошел, ездил, пользовался. Сейчас покажу вам, как пользоваться. Но потом, может быть, деньги закончились у меня. И эту карточку прикладываю вот сюда, на белый экран. И он сразу считает, аппарат считает, сколько у меня там деньги. У меня 14 лир. Почему? Потому что 6 лир считал за карточку. Я 20 лир положил, 6 лир за карточку. И там уже 14 лир деньги. И мне если еще раз туда загрузить деньги, еще хочу больше, чтобы был, я много буду путешествовать, опять сюда деньги положил. И это сколько сюда положил, столько будет высветиться на экране. Вот положили, опять забираю карточку. Эта карточка не на один человек, может для всех, там здесь, допустим, вас двое, три-четыре, для всех можете пользоваться. Каким образом? Идем к трамвайной остановке. К трамвайной остановке. Вот тут такая аппаратура. Перекладываю карточку. Написано 2,60 лир. У меня остается там 11,40 лир. И прохожу. Вот уже нахожусь на трамвайной остановке. Уже мне эта карточка не надо. Сколько я хочу, столько могу ехать. Одна остановка, две остановки, три остановки, пять до конца. Потом там, если не выходили за остановку, могу назад приехать на следующий трамвай сюда, на эту остановку Султан Ахмед. Для этого надо перейти вот просто через дорогу на ту сторону. Если один билет там одноразовый 5 лир, то есть карточкой проезд дешевле, 2,60 увидели. И пересадки тоже, там если билет отдельно 5 лир, а с этой карточкой дешевле, 1,80 или 1,90 лир стоит, поскольку я помню. И надо добавить, единственный общественный транспорт, который идет по старому городу, это вот этот трамвай Т1. На этой трамвае через одну остановку, там Гранд Базар, крытый рынок на той стороне, наверх, если пешком можно, конечно, туда идти. Если еще дальше Лялили, русский квартал, где вот покупали текстиль и так далее, сейчас тоже покупают. Если на эту сторону, надо идти, потому что внизу там Галатский мост, и Египетский рынок, и Макрианасы. Вот два трамвая в одно время прибыли на остановку.